Уважаемая ассамблея, 2 апреля Азербайджан развязал крупномасштабную военную операцию по усилению контакта с Нагорным Карабахом, вызвав первую вспышку военных действий после соглашения о прекращении огня, которое было подписано министром иностранных дел Армении Нагорного Карабаха Азербайджана в 1994 году и которое с тех пор в основном соблюдалось. Эта четырехдневная война серьезно сказалось на жизни людей с обеих сторон, разделительной линии конфликта, и значительно подорвало безопасность в регионе. Пытаясь найти военное решение конфликта, Азербайджан еще раз продемонстрировал полное неуважение права народа Нагорного Карабаха, тех людей, которые не считают гражданами Азербайджана, жить в безопасности и свободно, применять свое право на выбор своей судьбы. Именно поэтому конфликт разгорелся в самом начале, когда Нагорный Карабах выступил за независимость Азербайджана законными средствами, включая решение 1988 года его парламента и референдум за независимость 1991 года. Вслед за этим последовали усилия Азербайджана подавить это самоопределение этническими погромами, чисткой и военными действиями. В 1991 году Азербайджан в сотрудничестве с советскими войсками выселил население 24 армянских деревень на Горном Карабахе. В 1992 году его неумеренная бомбардировка Степанакерта отняла тысячу жизней, более тысячи жизней. Поэтому для самообороны силы Нагорного Карабаха создали вокруг своей территории зону безопасности. Существующий сейчас план мирного регулирования, который был предложен сопредседателем Минской группы, предусматривает признание права на самоопределение народа Самокарабаха и при предоставлении международной гарантии безопасности, связанной с вращением зоны безопасности. Тем не менее, Азербайджан отказывается вести переговоры напрямую с Нагорным Карабахом и отказывается укрепить соглашение о прекращении огня за счет удаления снайперов и укрепления миссии по мониторингу. В течение десятилетий он вел военное строительство с единственной целью уничтожить армян Нагорного Карабаха. Международное сообщество должно обеспечить, чтобы Азербайджан уважал один из самых основополагающих принципов международного правопорядка, а именно отказ от угрозы или применения силы для решения конфликтов. Спасибо. Спасибо, господин Зурабян.